Впустила я ту собачку, наконец-то так. Вот, и знаете, и лежала, и так, и открою, сброшу одеяло, и закрою, и мне дурно, думаю, нет, вот буду молиться, молилась, 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 и чувство отпускает, и, знаете, полегчало, и, в общем, заснула утром, проснулась, то есть я не рвала. Если вот там вот в прошлом году я там в халате, вот это вообще ужасно было. Ну там, я имею в виду, ужасно было не из-за халата, а из-за рвоты. Так вот, с меня никто, когда я утром сегодня проснулась, никто с меня не снимает моих обязанностей как жена. Вот, и муж мой рано утром уехал рефери опять. Он все пытается заработать на то, чтобы заплатить свою лодку, там вот его мантейницы, и оплатить там, эти вот машины. А я ему говорила, когда он брал вот две машины в кредит, я говорю, не держи по одной вот, ну, платежке, вот не каждый месяц плати, а каждый месяц плати двойную. Потому что машины имеют такое свойство, там первый год дается гарантия. Вот эта красная машина, первый год была полностью гарантия. Я говорю, не держи 5 лет вот ее на рассрочке. Сократи, плати быстрее, я выплачиваю по 2 раза. И я говорю, я тебе показала пример, как я за 10 лет полностью выплатила вот все твои кредитки, потому что у него уже оказалось такое количество кредиток, у него было 165 тысяч долларов долга. Вот, и все, я по нулям, а на кредитках где-то была тридцатка, 30 тысяч долларов где-то было, там такое количество кредиток было. И вот за 10 лет, то есть я там ни соков себе не покупала, ни кофе не покупала, поэтому я все время говорю, там кофе не покупала. Я имею в виду, я если или воду пью, или чай пью, что-то такое, или дома сама делаю, то есть не то, что там молодежь и бодрости, там какие-то кофейни, там еще это вот, ну, замечательно для них, но знаете, а для меня другое. Для меня вот это рабство, что жить только сегодняшним днем, или если я знаю, что у меня муж набрал кредитов, вот. Я же когда выходила за него замуж, и не думала, что у него такое количество кредитов. Я вообще ничего не знала. Я тоже ставила очень много видео, когда я разузнала, что у него такое количество кредитов. Я говорю, ты банкрот? Вот, и в таких долгах он еще говорит, я не банкрот, вот у меня там собрано на пенсионное 200 тысяч, а у меня там или 180 было тысяч тогда собрано, а 165 долга, так что вот смотри, это я говорю, да, еще по нулям 20 тысяч, да вообще что, еще там, я думала, что там, ну вот у нас с ним по-другому вообще, вот у него американское видение, американского понабирать, я говорю, нет, это для меня это рабство, рабство, потому что я не знаю, что будет завтра. Потому что получается, что если ты умираешь, и что это на меня все повесится, вот эти вот все твои долги, вот это все, это что за кошмар какой-то? Я говорю, я, конечно, понимаю, смело умираю в шалаше, я самого, когда молодая была, так все замечательно, я вообще не думала там, ну, какое-то супер там благосостояние, будем все делать вместе, но простите меня, я не собираюсь выходить замуж, и знаете, и вот с человеком, который постоянно живет вот или хочет жить в шалаше. Нет, если человек кому-то хочется жить в шалаше, пусть себе живет. Я в палатке и в шалаше жить не хочу. Слава богу, вот знаете, поэтому я очень серьезно к этому вот отнеслась и во всем расспросила. Я говорю, я не вышла замуж, потому что ты мне там сказала. Я говорю, зачем ты мне вот, хорошо, ты сказал, что у тебя там на пенсионном столько-то. И я тебя спросила, сколько лет назад ты приобрел дом. Все, у меня остальное. Я говорю, ты что мне не сказала, какое количество у тебя долгов? Я говорю, то есть все хорошее ты плюсы рассказала, эти вот, а минусы? Ну, то есть, смотри, вот я говорю, ты меня не предупредил, что у тебя такое количество, вот что ты такой американец. Он говорит, а что, у меня там вся семья такая, у этого 100 тысяч долга, у этого 200 тысяч. Я говорю, а почему я должна смотреть на каких-то там, на твоих родственников или что? Они там спасаться будут сами. Для меня это, вот это, для меня это рабство. Вот, когда Моисей вывел всех своих вот из Египта, они не забирали ни горы, ни эти, ни горы, как его, лекарств, ничего, никакие ни рецепты, ничего. Вот они в чем были, там одели на себя все украшения, там все золото, вот, и так и вышли. Вот что там было в руках, так и вот вышли. И когда он поднялся на этот вот, на гору Синай, и там пробыл 40 дней, пока он спустился, он вообще был в шоке. Когда он спустился вот с двумя скрижалями, вот двумя камнями, на которых здесь было 5 заповедей, здесь было 5 заповедей, он был в шоке, потому что они уже успели все золото посливать и сделать статую тельца. Вот.
бычка такого, и там уже преклонялись перед этим. Он эти вот скрижали разбил, там вообще, и за это же Господь наказал, и 40 лет они вот водил их Моисей по пустыне, и Господь сказал вот за то, что вот такие вы жестокосердные, то, что они вот неверующие, вот наказаны вы, и не войдете вы вот в ту землю обетованную, то есть Моисей он не вошел, там только Иисус Навин уже вошел. Вот, и 40 лет они ходили, бродили, ели манну, да, это вот, и все время жаловались, вечно жаловались, и жаловались, и жаловались. Поэтому у меня такое, я все время на кого-то вот равняюсь, на который вот повыше меня, намного повыше, независимо, женщина или мужчина. Ветхая Оксана равнялась, знаете, я не различала, где люди от дьявола, которые работают на дьявола, или там, или на Господа. Но я понимаю уже сейчас, вот и в Библии говорится, что пятой точкой, вот, что одним, значит, невозможно усидеть на двух стульях, невозможно служить двум господам. Или одному, значит, и одному ли вы служите, или вот другому. И вот, смотрите, когда вот в Колорадо, из Колорадо я там стала тоже видео, летела, когда вот турбуленция из Колорадо сюда, когда мы возвращались, и я не только вот эти вот держала и молилась, и когда я очень спать хотела, и вот какие два дела делала. То есть я спала, а вот и я стала предыдущей видишь, что я в школе, когда была, там нервировала учителей, то есть как бы дразнила. Но, конечно, по закону Божьему, я, ну, это ужасно. Это ужасно, потому что вообще православные, знаете, ответственность она наступает вот детки, с 7 лет, там детки, когда уже тебя понимаешь, что это вот взросленькие. Ну вот, ну. Я не могу вам сказать 100%, потому что это только Бог знает. Но вот я думаю, что все равно детки не детки, а ответственность наступает. Вот. Почему я там говорю? Потому что Ветхий Завет никто не отменил. Наоборот, углубилась, а вот когда эти вот 40 детей, маленьких детей, дразнили Иону, да, то, что Плешивый его называли, и он разозлился и призвал, значит, сказал Господу, Господь послал медведицу, и она разорвала 40 этих вот малых детей. Только потому что, а смотрите, эти дети, кто их научил? Родители научили, вот. То есть вот такой вот высочайший стандарт у Господа. То есть никакой Господь, он не карманный, и нечего, знаете, вот, не советую я вам связываться с Господом, потому что плохо будет. Так вот, я не только это держала, вот те два дела теперь, если я делаю, то стараюсь вот работать, ну, хочу работать на Господа. И сегодня я вот только что видео поставила, да, сейчас договорю, вот я лечу в самолете, и вот я сплю, держу эти вот, читала, потом, когда уже все, чувствую, не могу читать, и вот лежала, я сплю, и вот молилась, сплю и молилась. То есть, когда начинала трястись меня, знаете, это как-то вот будила, и все время вот думаю, в чем застану, в том и судить буду. А вот в чем застану? Не во внешнем же, в чем застану, не в одежке же, в чем застану, а в чем застану вот душа, мысли, дух ваш. А если я молюсь Пресвятой Богородице, если я молюсь молитвой Матери, если я молюсь Отче наш, учите молитвы, учите молитвы, молитвы, кому вы конкретно молитесь, кому? Потому что со всем моим уважением к индусам, там абсолютно, знаете, вот этот вот абсолют, что значит абсолют? Кто абсолют? Абсолют это Господь Бог, а я червяк по сравнению с Господом Бога, а я раб Божий. И рабыня Божья, и оно не рабыня других людей, других создателей, потому что у других, не других создателей, а других творений. Вот, потому что у других творений, у них каждого свои боги. Я не специалист по этим вот. Знаете, я не богиня, чтобы и не равняюсь на нее, чтобы рассказать, кому вы молитесь. Вот. Если я чувствую какого-то духа вам, допустим, человеке лицемерие, если он мне начинает вонять, я это скажу. И смотрите, вот, то
То есть с каждым днем вот хочется улучшаться, улучшаться. Вот. И теперь служить, вот, делать, если я делаю два дела, вот, я тоже, вот на этой неделе я стала, как монахи, они могут разговаривать с каким-то человеком другим, и они постоянно вот в этой молитве, они даже без четок, может быть, у них внутри вы не видите. Но вот это вот перебирание, вот это четки, это не украшение. Это, значит, им помогает вот количество, которое, ну, в каждых четках вот по-разному. Здесь у меня тоже четкие вот там по-разному. Какое количество вы молитв говорите. Поэтому вот два дела, вот там я и спала, и чувствовала, когда турбуленция, и вот в чем застану, в том и судить буду. И вот молилась. И в надежде, и молилась не только за себя, и вот за мужа моего любимого, и за вот Даниила, то есть спасешься ты и дом твой. Вот в таком плане, что если уж нам суждено, вот, знаете, вот погибнуть вот сейчас вот в этих телах, то пристанем пред Господом, чтобы четко я знала, что, как и вот почему. И сейчас еще поставлю.